Итак, всем привет, с вами канал Turbo Gaming. Вот, сегодня мы продолжаем наш дневник по World of Warcraft. Вот, снимаю я без Рампаги ТГ, это было уже сказано в подкасте. Вот, поэтому мы продолжаем, собственно. Значит, ну уже какой там 22 уровень, нам тут сидеть уже ни к чему. Ищем, где у нас есть 20-й ясневый лес. Вот туда мы сегодня и пойдем качаться. Вот, значит, мне нужен мастер, вот этот дебил. Но для начала мне надо сдать 2 квеста. Вот. Но, увы, ладно, не буду я сдавать, потому что сразу... Пойду в ясеневый лес. Вот. Чё, я тут забыл, на лоу-левелах это вообще изи. Так, отменяем наши квесты. У нас появилось дофига новых. Сейчас мы их возьмем. Выполним. Ибо нефиг. Так. Курайбин. Ну вот, 9 вестниц ясеневого леса. Знакомый квест, по-моему, выполнял даже. Вот, и что тут еще, и там надо будет с кем-то разрушено порталов, но этот квест, по-моему, не работает, вроде как, но ладно, я не буду к этому придираться, возьму еще один квест, на всякий пожарный, то вдруг я не... ну, все, собственно, я еще выполнил еще один квест, ты уже и 23-й, так, возьмем лесоруба, мокрую работенку, ну и как нельзя лучше. Вот эти я квесты возьму. У меня есть облик, что намного улучшает мне мое движение, да. Вот. И, значит, мы пойдем убивать вестниц ясневого леса. Они находятся вот здесь, вот на карте, но совсем близко от нас. Сколько нам надо убить? Всего лишь 9 штук. Вот, всего лишь какие-то 9 штук. Тут нас встречает босс. Привет, ой, 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 ой. Ой, а не, он бьет по одному. В принципе, можно его считать за стража этого ясневого леса. Ну, не знаю, не увлекался историей World of Warcraft. Ой, что-то я чувствую, у меня сейчас кирдык будет. Ну да ладно. Собственно, фича в том, такая фича, фишка в том, что он бьет всего лишь по единичке, что довольно интересно. Ну, с этим мы разберемся потом, я его на лейте, когда уже буду левел 85-90, я его приду и солью, потому что ибо нефиг мне тут. Так, и вот наша вестница ясневого леса, она встречает сразу же, вот, и начинаем их гасить, собственно, потому что, ну, гасить, не знаю, это довольно уныло, вот это, ну, хотя, ладно, меня приглашают в гильдию, да, я вступлю в гильдию, пожалуй, потому что мне пригодится потом опыт, который дает халявный гильдия, вот, и я сразу же апнулся. Сразу 25 уровень, что довольно тоже интересно. Вот, и у меня открылся скилл хождения по воде, ребят. Довольно интересный скилл. Теперь я Иисус, да. Теперь я Иисус. Вот, и походу у меня там очки умений. Нет, еще нету очков умений. Собственно, ладно. Нам надо искать этих... как они называются? Убийца... Ой, вестница ясневого леса. Вот. Что еще хотел сказать? Сегодня, может быть, будет еще и Майнкрафт. Может быть. Смотря как у нас будет настроение, да? Пока я тут снимаю, Рампага тоже снимает. В ПВшку. Да. Вот. Ну, у меня дело свое. Надо снять Вовку. Боже, что? Что я сделал? А, ну типа... Типа лак. Понятно, она типа ближний. Не понял. Кто меня бьет? А, это слизь. Я что-то резко просел даже FPS после этого падения. Ладно, сделаем вот так вот. Ступим по харду. Так, 2 из 9 убито. Так, от этого надо убежать. Почему-то у меня резко просел FPS до 8. Это... Что это вообще? Вот, все стало нормально, на свои места. И фишка в том, что я не могу ничего сделать, срубить никакой дуб, который мне сказали. Но пока буду выполнять все-таки убийство вестниц.
ясень леса. Все же, мне кажется, это поинтереснее, чем ходить и рубить деревья. Хотя, нет, все-таки туда далеко бежать, и мне это впадло. Поэтому будем бить, атаковать. Так, где она? Вот где-то ныкаются. Опять меня просил FPS, у меня сегодня с FPS-ом не то, конечно. Но все же. Так, где? Где она? Где? О, острокоготь. Какую-нибудь квесту его надо было убивать, это точно помню, но забыл по какому. Ну, тут он берется где-то. Увы, я уже, собственно, и не помню. А мы продолжаем с вами искать вестниц яснего леса. Кто-то тут, мне кажется, их уже чистил. И чистил очень жестоко. Блин, на меня опять напал этот дебил. Не суть. Не могу их что-то найти вообще. 25 уровень, да? Хотя, да, все-таки не буду я искать этих несчастных вестниц яснего леса. Да, все-таки не буду. Или буду? Нет, не буду. Да, не буду я искать этих никчемных мобов. Я пойду сразу на выше. Так, я потерялся. Я потерялся. А, вот все. А, вот, и сейчас я побегу в новое место, потому что ясеневый лес для меня уже просто не актуален. Я уже 25 уровень. Привет, страж. Давно не виделись. О, боже. Боже, опять. Ну, боже, ну что ты делаешь со мной? Ну, такой идиот, ну. Хорошо, что у меня есть снятие проклятий. Меня это единственное радует. Походу, оно мне не помогает, но я все же буду его юзать. По КД, смотрите. Нет. Да, оно мне помогает, действительно, оно помогает. Оно снимает с меня именно это проклятие. Вот, и все, там уже убью, да? Там началась война за меня. Ну да. Ну, не буду им мешать. Это мне как-то не столь важно. Так, и мне теперь нужен ветрокрыл. Вот он. Вот, и мы... Ну, она вообще страх потеряла, я не пойму просто. Так, и мы отправляемся теперь в когтистые горы. Но. Понятно. Опять баг. Снова баг, да? Как же меня бесит эти баги. И нам надо... Это кто? Маг? Нет, монах. И теперь нам надо будет бежать еще дальше, собственно, в приют, чтобы получить телепорт, потому что баги этого сервера просто сервера. Этого сервера. Это нечто, что-то с чем-то, но это единственная нормальная фришка. Да, когда я закончу этот дневник, я думаю, я буду снимать уже Вовку на офе. Проходить все квесты абсолютно. Но это попозже, это не сейчас. Тенерок. Попридумают же. Вот, и что я сейчас хотел сделать? Да, я сейчас добегу до места назначения, и мы продолжим нашу запись. Итак, вот я добежал до места назначения. Пока я бежал, кстати, я апнулся. 26 уровень. Вот, значит, куда я хотел? В когтистые горы я хотел. Ну да. Вот, пойдем в когтистые горы. Обнем, думаю, левел 20. Нет, аж 30. Думаю, апнул. Вот, но у меня что-то не хотят меня тут оснащать квестами. Пойдем чуть выше. А тут? Нет. Нет, тоже не хотят оснащать квестами. А тут? И тут нет. Ну, я... А, нет, тут есть. Да. Тут меня хотят оснастить квестом. Довольным. Вот. Квест. Доказательство лжи. Так, возьмем его. Найдите какого-то огра. С ним поболтать надо. И
Что еще? Еще кого-то найти надо, представляете? Тут интересно. Довольно быстро апается. О, вот, мы уже и 30-й. Все довольно быстро происходит, даже не успеваешь ничего понять, а ты уже 30-й уровень. А, вот. Че, побежим, сдадим эти два квеста, я думаю, они довольно близко будут. У меня появились новые скиллы, что это такое? Тотем земли, так, цепная молния и тотем исцеления и возвращение тотемов. Ману себе восполняет шаман. Что? Это что? Ах, чу. О! Вы посмотрите на это чудо. Ну ладно. Так, куда мне там надо... Кстати... Вот у меня новая фишка. Значит, я иду не через тотемы, да, поэтому мне придется все-таки качать либо второй, либо первый. Я буду качать первый скилл, мне кажется, он более будет для моего билда более как-то спокойный и понятный. Значит, ну что ж, мне придется бежать сейчас. Ух, мать честная. Нет, все-таки я все-таки уйду отсюда, ну его нафиг. Хотя нет, все-таки посмотрю, может тут есть... Опа, тут кур? Куры? Нет, не куры, а это какой-то человек. Может, за ними побежим, что он знает путь поближе. Нет, он не знает путь поближе, он такой же наивный дурачок. Так, где? Где? Вот мастер наш. Витера Крыляндии. Где он сам? Ну? Ну? М. А, вот. Пусть я вообще не увидел, он как-то скрылся с глаз. Так, 30 уровень, 30 уровень, 30 уровень. В южные степи мы пойдем. Так, южные степи. Сейчас я долечу, немножко отойду, и мы продолжим. Итак, вот мы в южных степях. Тут у нас появилась масса НПСов с квестами. Просто куча всяких НПСов. Будем брать такие халявные квесты. Вот встреча с своим начальником. Кого-то надо убить. Кстати, вот эти надо будет квесты отменить. Они нам уже ни к чему. Я так думаю, да, все равно не вернусь. Вот, и что у него тут еще есть? Прорыв блокады. Да тут нам дадут даже щит. Этот квест, мне кажется, придется мне выполнить. Только осадную машину, и, по-моему, этот квест байнутый. Ну, собственно, не будем. Вот, найдите Кирджа, да? А, то он и есть, боже мой. Все. Сдаем ему квест, и мы 33 уровень. Опа. Возьмем отступать некуда, и выполним этот квест. Сейчас я добегу, и мы продолжим. Итак, вот я почти добежал. Да. Пункта. Но, а, вот флаг. Мне кажется, его надо просто задернуть. Кстати, довольно интересный квест. Но, я вроде его... Что? И почему-то появился заяц. Боже, как меня бесят эти крипы. Они так бегают за мной, как будто я не знаю. Где-то шаровая молния цепная. Кастуй. Вау. Опасный дамаг у меня сейчас, конечно. Никакого дамага. Поставлю тотем, чтобы хилил хоть как-то. Вот, и буду бить всем, что есть подряд. Если я его убью, я думаю, я апну левел. Да, я апну левел. Должен апнуть левел. Моим окном проехался какой-то дебил. Ну, да, я апну левел. Ой, и много всего взял. Это астральное возвращение. И выброс славы. Наконец-таки я взял что-то нормальное. Вот, я 34 уровень, как вы же видите. Вот. И все-таки я не знаю, как выполнить этот странный квест. Хотя думаю, может, я что-то неправильно делаю, или... Ну, шмотку-то я хочу. Ладно. Побежим делать другой. У нас есть еще один. Медаль за заслуги. По-моему, нам вот этих даунов и надо бить. Да? Да. А, нет, стоп, нам их надо бить, чтобы защитить холм. Вот, я его убил. И мне... Ой, боже мой, как
мне бесит эти несчастные крипы. Вот сейчас делу выброс лавы и как бомбанет тебя. Боже. Вот, мне помогают. Он додумался мне помочь. Пока выхилюсь. Да, дома, конечно, сейчас у шамана, конечно, кал. Потому что у меня вообще ничего нету. Абсолютно. Даже не использую тотемы. Что довольно интересно. О, вот я взял... Опа, да я тут взял вообще массу всего интересного. Дробящее оружие. Правда, двуручное зачем-то взял. Ну да ладно, еще потом щит просто сделаю. И... Оля, у меня уже появился новый сет. Такой гламурный. Вот, и нам надо убить этого стража, да? Защитить холм, так сказать. Сейчас поставлю этот... Ой, как... Что я поставил? Не поставил не тот тотем. Ладно, я могу поставить еще один. Вот, шаровая молния. Цепная молния. Довольно интересно. Ой, я же забыл поставить еще один тотем. Влеплю еще три тотема. И как жахну выбросом лавы вообще. Вот. И соединение с сервером разорвано. Так. Все очень плохо. Ладно, сейчас сервер запустит, и мы продолжим запись. Итак, меня откатило назад. Довольно далеко меня откатило. Даже сам не знаю того, у меня сейчас резко упал FPS еще вдобавок ко всему. Вот, но я выполню еще один такой халявный квест, апну 32 уровень. Хотя я был 34 вроде бы, да? Ой, что ж у меня с FPS-то? Что ж ты творишь со мной? Один FPS-то. Ладно. Думаю, пора заканчивать. Что с FPS-ом творится сегодня? Не день, а FPS-ный какой-то... Не знаю, бум. Да. Чувствую, сейчас он у меня таки будет валяться. Нет, все нормально. Вот, ну что ж. С вами был канал TurboGaming. Пора прощаться. С вами был канал TurboGaming. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.